каждой детали. Бронепоезд еще не успел остановиться, охрана уже протирает белоснежной тканью поручни и двери вагона, из которого вот-вот выйдет лидер КНДР. Состав проехал мимо ковровой дорожки, но тут же сдал назад, чтобы ее края миллиметр в миллиметр совпали с дверным проемом. По надежно установленному портативному трапу на перрон Владивостокского вокзала впервые сошел Ким Чен Ын. Ожидалось, что он выйдет на площадь на личном лимузине, но нет. Ким Чен Ын явно в хорошем настроении решил пройтись пешком вместе с членами.